Ну чё, как Андрей? Да срала я на него, вообще он мне не нужен. Он заблокировал меня везде, ну ты прикинь. Вот козёл, да пусть катится на все четыре стороны. Ну я умная. Я, значит, постучалась к нему, друзья, под именем Бориса Галужанова. В 18.45 он лайкнул какую-то фотку Анжелины. Шлюхи! Да, потом в 18.50 сделала репост с паблика «Между нами пацанами». Фу. Да, а Анжелина сделала репост «Ты на понтах, я на каблуках». Ой, этот паблик мне нравится. Да, мне тоже. Ну так слушай. В общем, они потом лайкнули друг друга. И уже как 15 секунд их обоих нет в сети. Да трахаются по-любому. Дома вообще. Я ему позвонила. И что он сказал? Да пошла ты нахуй! Звони мне больше! Я не поняла. Мы ходим по замкнутому кругу. Да, он прислал мне смс. Какую? Сдохни, тварь. Ну вот видишь, ты ему не безразлична. Вот я тоже так подумала. Короче, я поехала к нему. Я с тобой, подруга. А возьми топор. Зачем? У него два замка на двери. А-а-а. За любовь надо бороться. И полетела бомба.